Марш Штрауса для скрипки и двух пистолетов исполняет президент Федерации практической стрельбы. Стрелок Виталий Крючин сыграл классическую мелодию на пистолетах под аккомпанемент струнного квартета. Пуля, попадая по металлическим брускам разной толщины, издает звуки разной тональности. Главное – не промахнуться. Но с точностью, да и с попаданием в ритм, у героя ролика проблем точно нет.